опытный медицинский персонал, современное оборудование и довольные пациенты. В клинике сердца Одрекс провели операцию ТАВИ. Раньше это было возможно только в столице, но и там за все время провели меньше десятка ТАВИ. Это имплантация транскатетерного аортального клапана. Сначала врачи сделали пациентке прокол на бедре, затем клапан в свернутом виде протянули по бедренной артерии к сердцу. Клапан установили, его лепестки развернулись и заменили старый. Сама операция прошла без каких-то особенностей, без каких-то сложностей, без непредвиденных моментов. Такая операция занимает в среднем около от часа до двух. В нашем случае это продлилось полтора часа. Притом следует отметить, что пациентка не была в наркозе, она была в сознании, то есть мы теоретически могли с ней общаться, если бы нам это понадобилось. И в тот же момент, когда мы закончили операцию, когда было сделано наше последнее действие, пациентка проснулась, улыбалась, общалась с нами. После операции 80-летняя пациентка чувствует себя отлично, пока она находится под наблюдением врачей. Проблемы с аортальным клапаном, говорят медики, чаще всего появляются у пожилых людей. Клапан, который регулирует подачу крови в организм, со временем изнашивается. Эту проблему можно устранить с помощью ТАВИ. Проводят такие операции лучшие врачи клиники сердца Одрекс. Это требовало длительного обучения, большой специализации, прохождения курсов, тренингов. Для того, чтобы выполнять такие операции, необходимо лицензирование. То есть все специалисты, которые участвовали в этой операции, прошли обучение за границей, сдали определенный набор экзаменов, тестов, получили лицензии, которые позволяют им делать такие операции. Операцию одесским врачам помогали проводить и специалисты из Израиля. Они отметили высокий профессионализм украинских врачей.